Всем привет. Сейчас достаточно тепло. Даже очень тепло. Вечер. Ветра нет. Наконец-то не жарко. Но тепло. Все по-хорошему. Сейчас как раз есть тот момент, когда нужно каждый день записывать видео, поскольку очень много должно вестись работы. Как по работе, на которой я здесь работаю, по криптовалютам, по биржам. Много интересных структурных задач возникает. Так и по Тьюжену. А так как именно сейчас мы готовимся к выпуску Flame Market приложения, и либо сегодня, либо завтра должно произойти. Надеюсь, не после завтра. Еще скоро процесс Startup Day в Петербурге, там будет выступать Андрей. Поэтому сейчас должны вестись огромное количество всякой работы, и поэтому моменты рефлексии часты, очень часты. Вот, кстати, видно большие корабли вдали. Мы сейчас, кстати, все там же находимся, в городе Лимассоле на Кипре. Сюда приходят пароходы, которые стоят, ждут здесь своего часа, пока освободится порт. Вот, касательно Tusion, у нас будет приложение в бете с 4 тьюзами. Тот самый спиннер, который крутится от силы мысли. Прыгальщица, прыгунья. Также будет вот секретных кодов с помощью виртуальной нейроклавиатуры. Это тьюз со школы социальной инженерии, которая проводится Ранхиксом и Сашей Аргамаковой. И вот там, к этой школе оно и было сделано. На самом деле, оно на самой школе прямо делалось. В особенности в последнюю ночь перед тем, как запуститься в квесте. А последний, 4-й фьюз, он самый новый. По-моему, о нем даже нигде никаких упоминаний нету. Это такой элемент уже нейроарта, когда появляется свобода на декартовой плоскости что-то рисовать. Первый набросок, благодаря Open Processing Go порталу, можно много чего брать оттуда. И вот этот фьюз, который родился, просматривать те работы, которые есть. Там немножко привязана динамика из игры Змейка. Вот. Но в целом очень, мне кажется. Хотя Костян прокомментировал как достаточно декаданский тьюз. Имею в виду окрас серо-черный. Вот. Так что это видео станет началом к новым, которые будут записываться именно в процессе работы над проектами. Ура! Троекратно. Всем до скорых встреч!